Потрясающе красивое море. Мы тут с Моной нашли дикий пляж, дикую скалу. Но вот на этой скале есть интересные образования. Вот как будто цементом облито это все. Очень странно. И у меня есть предположение, почему это все вот так. А предположение простое и следующего характера. Когда был удар ядерный по всей планете, то мы видим вот такие вот явления. Сейчас попробую показать. Где просто камни, перемешанные с глиной. И мы видим вот этот вот кусочек скалы, как упавший. Как будто бы просто упал. После ядерного удара. Но здесь мы видим вот естественную серую скалу. И вот как будто слой сверху чего-то. Вот этот слой чего-то, он бывает сантиметр примерно. Вот он. Вот видите? Сантиметрик. Вот здесь то же самое, хорошо видно. Серое, а дальше как сантиметр, где потрескалось. Это вот свидетельство того, что здесь вот эта вот самая глина, которая сверху, она просто затвердела и окаменела. Вот, видно? Шли дожди, она выпала, и та часть, которую не смыла, а вот таких вот странных вымоин много я видел, я еще сделаю много роликов, здесь в Черногории очень много таких мест, где очень хорошо видно вот следы именно осаждения породы и потом вымывания. И мы видим, как все это падает. И вот это вот окаменелости, это просто следы окаменелой глины, которая выпала сверху вниз. Вот хорошо видны следы вот этих образований, вот они. То есть это не природное, это что-то упало сверху, а вот там мы видим отколовшиеся куски, полностью сформированные из этого. Это не скалы, это просто камни с какой-то глиной, отвердевшей, окаменевшей. А вот здесь мы эту глину видим в той части, в которой ее не смыло, она просто затвердела. Она затвердела, и она хорошо видна. Вот там, где она не затвердела, ее тоже видно. Там, где была вода. Вот. Вот это никто специально цементом не мазал. Такое впечатление, что здесь цементом кто-то помазал. Это было первое впечатление. Вот таких скал еще много. В Черногории я видел. Очень много. Вот то, что не смыло водой, вот тут, сверху прям упало, и вот видны разводы. Вот с этим ракурсом, наверное, лучше будет видно.
вот потрясающей чистоты моря стихия. И вот следы, которые говорят о том, что когда-то здесь был ядерный удар. Вот оно, вот он слой желтый, слой глины, той самой глины, которая образовала культурный слой. А здесь она частично смыта, в основном смыта, а в той части, в которой она не смыта, вот она, вот. В той части, в которой она не смыта, тут она затвердела и окаменела. Так что, соратники, добра ищем. Кто ищет, тот всегда найдет подтверждение и всегда найдет истину. Кто ищет, тот всегда найдет. Включаем мозг, анализируем и складываем пазл, мозаику. Без включенного мозга выжить в том, что грядет, нельзя. Добра!